Is this? Is this squid? Yeah. Big. Squid. 250? Good, fresh? Yeah, today? Yeah. Promotion? Octopus. Octopus? Yeah, this is very tasty. Ah, осьминог. This креветки. Octopus 150? Per kilo? Ah. 150? Oh, so not expensive. We can buy this. We can try it. This morning we bought again fresh seafood from this kuya who in motorcycle was selling fresh seafood like fish, shrimps, and today he has like something special. Octopus, we bought 1 kilo. It's only 150 pesos. And this, oh, it's big. The seafoods he sells are way cheaper than if you buy it in the at the market. I will cook the octopus like kinilaw. I will blanch it for several minutes, and then the squid, or I don't know what is it, looks like squid. I will maybe adobo. So. Looks like aliens. I will take your planet. Very fresh asawa. Вчера мы с Дарлин ходили купаться на источник вечером и по дороге заметили дерево, прям улепленная какими-то оранжевыми фруктами, похожими на абрикосы. Мы не знаем, съедобные ли они или нет. Сорвали веточку. Сейчас попробуем открыть. Твердый фрукт. И внутри есть вот такая косточка с интересной какой-то прослойкой. Какой-то сеточкой красной. Что здесь можно есть? Ну, может, вот этот орех. I don't think it's edible. Like, can't eat? Can't, maybe. Yeah. I don't think. You don't think? Mm. Запах нормальный. Нет какого-то неприятного запаха, но мы не будем рисковать есть эти непонятные, неизвестные фрукты. У нас есть фрукты, которые мы купили на рынке. Авокадо мы уже съели. Dragon fruit очень вкусный, здесь местный. Дарлин покупает яблоки. Есть манго. Вот, купили обычное манго и вот такое встретили необычное, большое манго. Очень интересно. Попробуем, какое оно на вкус. Наш ананас уже поспел. И это бананы, с которых Дарлин готовит банановый торт. Дарлин испекла банановый кекс. Половину мы уже съели вчера. И испекла хлеб. Этот хлеб она испекла для кваса, поэтому не старалась сделать его красивым. Главное, чтобы он пропекся. Мы будем делать квас. Дарлин приготовила осьминогов. Она их пробланшировала, опустила в воду на пару минут, порезала, добавила лук, уксус и каламанси, которые у нас есть, и соль.
Сейчас попробуем. Получилось кинилао. Очень вкусно. Мне нравится. И мягкие такие. It's soft, yeah? Mm-hmm. Yeah, very good. Not like rubber. It will very chewy when you boil like for long time, yeah. Mm-hmm. Before I thought too, if you boil something, what is it, long time, it will like softer. But this, it will just very chewy. Doesn't like it have talent? I heard like make octopus or squid. Yeah. Сейчас мы с Дарлин собираемся отправиться в Хинатуан. Мы купим продукты, еще необходимые какие-нибудь вещи. И по дороге помоем наш дружок мотоцикл. Да. Да? Да. Поехали. Поехали. Мы приехали на мойку. Хорошая дорога здесь идет из Бутуана в Давао. Вот проходят автобусы. Отличный асфальт положен. Мне нравится. Мы приехали в Хинатуан и поставили мотоцикл на обочине дороги. А здесь есть какой-то магазин или кафе. Вышел хозяин, мы с ним познакомились. И он сказал, что они продают халахала, у них есть.
филиппинская такая еда. Сейчас мы решили зайти и попробовать. We come, yeah? Uh-huh. Thank you. Oh, he has same motorcycle. Yeah, but red. Yeah. Yes, he told 2 years already. Looks like new. Looks new, yeah. Yes. Hello. Hi. Yes. Мы решили взять одно халохало, потому что сегодня мы еще не ели. Так, да, немножко, lunch. Да, немножко позавтракали, а сейчас уже обед. Ну, да, будем пробовать. Если понравится, будем сюда заезжать. I like halo-halo. Да. So I am Harry Aranyu's Mayon, and I am here their assistant to serve a halo-halo, and the people here in Hinatuan are very hospitable. And then the visitors, they come here and they order a halo-halo that the very special halo-halo, and we serve a halo-halo and we put some ingredients that homemade. It's durian flavor. Durian? You need like halo-halo, that's halo-halo. Why it's halo-halo, because you need halo-halo. Я забываю, что хала-хала это микс-микс. И называется, потому что это микс-микс, нужно перемешать его, прежде чем есть. Это не простое мороженое. Здесь разные... А, this too? You can eat it next. Ага. Здесь какой-то как пудинг такой. Leche flan. Leche? Leche flan. Leche flan. Дуриановый хала-хала. А, есть вот такие зеленые мармеладки или желе внутри. Есть хлопья, кукурузные, наверное. Есть в хала-хала фасоль. Рай. Вот. My teeth. Very good. Very good. Oh, very cold. Cold, yeah. Mm-hmm. It really tastes like durian. It's tasty. Вот так мы уже познакомимся с местными жителями. Познакомились с семьей, которая живет здесь с рождения. И здесь у них придорожный такой магазин-кафе. Да? Yeah. Им нравится это место. Под конец хала-хала растаивает и превращается в такой суп. С льдинками. Yeah, soup with small ice. Ice, yeah. Cold soup. И очень хорошо освежает в такую филиппинскую жару. За это хала-хала нам нужно заплатить 90 песо. 90. Да. Oh, thank you very much. Саламат по. Yeah. Мы спросили дорогу, как найти гроссери, ну такой, как это даже перевести-то, я забыл на русский. Ну, в общем, магазин, там и продукты, и разные товары, хозяйственные, наверное, или я не знаю. Sir, want to come with us and show us the grocery? Yeah. So we will follow him. О, yeah. Какие приветливые люди, покажут. И расскажут, где магазин, и покажут дорогу даже, сами предложат. Окей, да. Спасибо.
Apa, thank you for ingat po. Мы приехали в Гроссерис. Сейчас я посмотрел в переводчике, это переводится как бакалейные товары. Но для меня это звучит точно так же странно, как и Гроссерис. Так что, в общем, тут и продукты, и разные вещи есть. Сейчас посмотрим. I need the creamer for our coffee because I don't like it with milk. I like it with coffee creamer. It's more tasty. Okay. So let's try. Каша Маша. Каша Маша. I took sardinas too. We like this sardinas. Tuna? Caldereta. Caldereta. Yeah. How many? Two? Yeah. I don't have caldereta. I have. And what is it like? Килька в томатном соусе. Sardinas. Sardinas. Where is this it? This one. Ah, it's already. This already. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. Борис любит. Yeah. Да, мне нравится вот это сардины в томатном соусе. Вот, как килька, но вкуснее. So I use this for my banana cake. It's very good. This is like evaporated full cream milk. It's a little more expensive than the regular evaporated milk, but this tastes better. What you bought? Bottles? Ah. It's a soy sauce. Soy sauce. Patis. Patis. This is a fish sauce. Uh-huh. So it's very, it smells so good. And vinegar. Yeah. What? That one. No. But I don't know. Uh-huh. Take. I love my tall husband. I can't like double. Thank you, love. You're welcome. You can ask me always. What else do you want I take for you? Not now, thank you. I want to buy for the children. Okay. Love, can you take the... Yes. What need? This one. This one? Раньше мы часто покупали вот такие бисквиты, но сейчас в этом нет необходимости, потому что Дарлин печет в нашей духовке тоже очень вкусные вещи. Банановый торт, и хлеб и многое другое. Интересно, что здесь на Филиппинах постоянно в магазинах есть рабочие, которые всегда упаковывают товар. Они складывают или в пакеты, или в коробку. То есть они ответственно к этому подходят. И прям замечательно. Не нужно думать на кассе о том, чтобы поскорее положить самостоятельно в пакет продукты там или товары.
порой здесь несколько человек таких, то есть очень интересно такой сервис. Который испекла Дарлин, я собираюсь сделать квас. Для начала его нужно порезать и высушить в духовке. Продолжаю делать квас. Сухари постояли, размокли в воде несколько часов, настоялись. Сейчас я добавлю туда дрожжи, изюм, сахар и все перемешаю. Мы сели завтракать, и Дарлин приготовила кальмары, которые мы купили вчера. Да. Я удивился, почему они черные. Оказывается, это приготовленные по специальному местному филиппинскому рецепту с чернилами, которые есть там в самих кальмарах. Выглядит, конечно, очень странно, как будто какие-то угольки или что-то такое вот
намешанная, черная. And he asked me like, an accident? Да, я спросил, говорю, что-то случилось, что-то не пошло не по плану, почему оно такое все черное? Нет, говорит, хорошо, я готовлю, никакого эксцидента. Try it. И я, да. Very tasty. It's accident. My lips already black because I ate several. Да, нужно есть аккуратно, чтобы никуда не капнуло, потому что вот эти чернила в этих кальмарах, они очень такие красящие. Ну, вкус очень, очень вкусно. Really? What you put there? It's onion, garlic, oil. Oil? A little bit of vinegar, this calamari, and then it has like sack, like ink inside. I put it inside. You put soy sauce, no? No, a little bit of salt. Salt. Yeah. Ну, очень вкусно. Мне прям нравится. Такие прям и сочные, и нежные. И немножко и кисловатый, и сладковатый привкус. Yeah, it's a little bit sweet, yeah? Yeah, a little sweet. I didn't put sugar. Yeah? Немножко такой сладковатый, кисловатый, но настолько приятный вкус. You like it? Really? Very like. I like it more than this pink. A pink. Like usually cook. Ah, like adobo, but without pink. Да. Мне нравится вот такая готовка, вот такой способ больше, чем мы ели обычные при обычной готовке, тоже такие же кальмары и but or it was other what is it? What is it? I forgot. It's like squid. Cuttlefish, like squid. Yeah. Squid. Yeah, they're like in the same family. Cuttlefish, squid. We ate. It was the same squid or different? Where? When? In Somal. In It's the same. Yeah. Same. But taste different. Tastes different. It's just I like this I more. Yeah. Это лучшие кальмары, которые я ел в своей жизни. Действительно, очень-очень вкусные. Нужно попросить Дарлин, чтобы она потом их приготовила, показала, как это делается. Просто у нас сейчас нет нормальной кухни, и там такой вид не очень. Вот. Но в будущем обязательно попросим Дарлин и снимем видео об этом. Правда, после этих кальмаров зубы черные. Между зубами. Потому что вот эти чернила очень черные, очень красящие. И рис. Я ем рис. Тоже он такой черный. Но вот этот соус очень вкусный. Прям хочется добавлять, наливать его к рису. Thank you, baby. You're Папа Лалио сейчас рубит бамбук. Он попросил несколько стволов для какого-то дела, и я хочу угостить его квасом. Он уже приготовился, стоит холодненький в холодильнике. Интересно, как филиппинцы будут реагировать на этот напиток. О, квас. Now we will try. О. Oh. You see this? Oh, okay.
О, drink. Шарап. Масарап. А? Good. Brutus name, okay, Hemo? What? Brutus. It's yeast, bread, sugar, and what is it? Raisin. Yes. Yeah. Yeah? Mm-hmm. You like? Yeah. Very good. Very good. We will do it again. Mm-hmm. Then have like raisin there. Yeah. Really tasty. Good. Thank you, love. You're yeah. welcome. You can. Yes. Yeah. Да, хороший квас получился. Ano lang yan? Wala, hindi man yan alcohol. Ano lang yan? Russian drink. Не знаю, этот настоялся или нет, мы уже новый делали. Вот, сейчас дали им попробовать. What do you think? Good. Good? It's nice. Nice.